заставляет нас открывать новые туристические маршруты, искать места силы. Возможность прикоснуться к истокам, древним символам, первозданной природе. В Мурманской области есть загадочная, великая, неизведанная земля. Ковдор. Столица Гипербореи. Нетронутая природа. Зеленый здесь основной цвет. Леса и сопки на тысячи километров вокруг. Бурные горные реки. Прозрачные лесные озера. Пушистый мох. Головокружительные каньоны в непроходимых лесах. Таинственная древняя культура. Загадочные артефакты. Забытые образы и знаки предков. Голова воина в Рубиновом каньоне. Реликвии древнего города. Могила Атланта. Качающийся сейд на горе Кюме-Тундра. Гиперборея. Ковдор – это место географических и геологических открытий, героического промышленного наследия Заполярья. Это земля железных людей, день и ночь стоящих на страже несметных сокровищ горных глубин. Ковдор. Российская терра инкогнита. Загадка на каждом шагу. Ковдор. Столица Гипербореи. Прикоснись к великой легенде.